Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик рынка на выходных. Посмотрим, что у нас сегодня интересного добавили. Начнем с Тайваня. Так, ну тут самый дешевый скиталец на сегодня, как видите, за 50к, на английском в два раза дороже, учитывая бонусные самики. Так, что еще интересного есть? Вот, кстати, так и не добавили ни на одном сервере еще этих итемов, кроме Тайваня. Странно, странно очень, но здесь уже дали, показали. Так, что у нас интересного еще есть? Скинов особо не продают. Вот дуэлянта уже полным ходом. Только месяц прошел от предыдущей обновы, но его уже продают полным ходом за сразу целого. Так, новые плюхи на эмблемы, но они бессмысленны пока. И питомцы, ничего такого интересного нового на Тайване пока нет. Так, хрустальный зефиром пират. Пират, в принципе, такой же, как и был. Они его так и не поменяли. Понятно. В общем, ничего такого нового нет. Так, дуэлянт, печенька. Все тоже. Окей. Побежали на следующий сервачок. На английский сервер. Посмотрим, что у нас интересного на Англии сегодня есть. Может, что-то новое. Нормальная долбящая музыка с утра. Так, смотрим. Красные кристаллы. Драпера продают. Даппера. Драппер. Полным ходом. Ну, такой довольно-таки неплохой пак, я вам скажу. Для начинающих. Так, тут у нас зефир целый, понятно. Санды спри, вот пошли скидочки, вот то же самое, 1500 петэссенции. Ну, я не знаю, они бессмысленные, как по мне. Так, вот спот. Ага, вот 1+1, вот так вот сделали такую вот анимашку прикольную. Покупаете один пак, один получаете в подарок. Так, ну вот такое вот, видите, в два раза больше, даже в 2,5 раза больше накопления на английском сервере по сравнению с Тайваня, те же самые плюхи. Так, это за один самоцвет. И нету, так и нету у нас, не запущен еще, к сожалению. Так, что у нас тут есть? Можем паролить. Нового героя таки добавили, кровавую Мэри, пока нереально достать. Так, окей, поехали сюда, разбей. Тут ничего интересного нету. Пират пока только на этом, на немецком сервере осколки я видел, на кровавую Мэри вчера. Тут пока только расходники. Да, ничего такого нету нового. 1+1, супер пэты, апдейт. Вот шопинг спри есть. Поехали посмотрим, чего у нас интересного шопинг спри сегодня будут продавать. Так, ну, карты смены, дуэлянт. Такого ничего нету. Скинов особо тоже не продают. Лейшн, плант, апдейт. В общем, ничего нету специфического нового. Окей, по скинам тоже что-то они дали 20 скины возможно скачать, но их так и не продают. В общем, тоже ничего нового интересного нет. Поехали. Вот немка радуется всех серваков, вот больше всего за счет акций, за счет всего, просто бешеный сервер.
как для донатов, так и для бездонатов. Так, смотрим, что у нас тут. У нас вечно места не хватает. Просто жесть какая-то творится на этом сервере. Помимо этого еще и почта забита. Просто капец, сколько всего. На это все надо место. Блин, капец. Так, давайте пробежимся по 150. Ладно, откроем места дополнительно, потому что плюхи надо позабирать. Но их либо они пропадут, либо заберем. Такс. С третьей сумочки. Продаю синь-зелень. Сколько плюх на немке дают на халяву? Роза. Мы здесь не играем, но посмотрите на героя. Какие герои. Талантами совсем. Так. По-моему, на всех пятерке. Так, ладно. Поехали, посмотрим акции. О, коллекционер. Посмотрите, какой здесь коллекционер. Это вчерашний. Да, он вчера тоже был. Сразу же скин можно получить. Вот в чем плюс. Рину опять скин. И так, в принципе, можно получить. Так, здесь хорошие скидки. Видите, за самики, вот, реально, чем радует немка, здесь очень много для бездонатов. Плюх разных. Так, понятно. Уже ничего не поменяли. Вот этот авиар, где кровавая Мэри. Ну, правда, пока всего лишь 20 осколков. Такс. Ладно, давайте еще возьмем. Мы плюхи не можем забирать. Что-то новое добавили. Кстати, там на русском сервере сегодня еще Потайка, вторая часть. Так, что мы тут? Ну, ладно, я монетки набираю, буду монетки набирать. Смотрите, 43 монеты уже накопил. Потратил 3, а получил 8. Вот так вот. Нормальный обмен. Так, рынок давайте посмотрим. На рынке скины продают бомцев. Накопление неплохое такое. Вот здесь вот видите, полным ходом. И печеньки продают. Новые итемы, конечно, тоже здесь нормально стоят. Вот скина нового этого начали продавать. Немки больше всего продают люк новых. Так, поехали, заберем следующую плюху. На русском сервере, на английском такого нету, только здесь. Прошлые там плюхи были
попал или интересного. Так, еще нам не пришло. А, это накопление, понятно все. Так, окей, с этим разобрались. Поехали еще глянем, что у нас на АС-сервере есть интересного. На айсе есть 1+1, то же самое, день замковладельца, магазинное безумие, но здесь одного еще не было. Карта богатства, парящий, здесь, к сожалению, у нас ничего еще не было. Так, накопление, да. Ну, АС сегодня обычный, простой, ничего сверхъестественного нет. Так, делаем сменочку. Самая любимая. Плюс 300 самов. Копилочку положили, отлично. День удался. 5400, еще немножко нам надо покопить. В общем, такие вот акции, как видите, не особо много чего интересного в воскресенье есть. Будем ждать. Может, завтра что-то поменяется. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.